МЧС отправила в Россию уже третий спецборт из Каира. После промежуточной посадки в Подмосковье он доставит в Петербург еще одну партию личных вещей и документов, принадлежащих жертвам крушения Робуса А-321. Спасатели к этому моменту обследовали на Синае все 40 квадратных километров площади, определенной как район падения лайнера. Теперь они собираются внимательно исследовать территорию еще раз. Между тем, британские власти, опасаясь за жизни своих туристов, сегодня намерены эвакуировать их из Шарм-эль-Шейха. Национальным авиаперевозчикам разрешено временно возобновить сообщение с популярным курортом и забрать всех отдыхающих. При этом багаж, включая детские и инвалидные коляски, будет перевезен отдельно правительственной курьерской службой. Сегодня о прекращении полетов в Шарм объявил крупный бельгийский авиаперевозчик. МИД ждет гарантии обеспечения безопасности в аэропорту этого города. А вот итальянцы решили ограничиться введением более тщательного контроля на своих рейсах. Заявление также сделали в правительстве Чехии. Там не видят оснований для прекращения полетов в Египет.